Маленькую капельку воды посеяли на агар-агар. Немало интересного может здесь появиться и вырасти. Вода просто из пруда самого обыкновенного, ординарного. Немало чудес тут может быть обнаружено. Давайте посмотрим, что же можно увидеть на этой чашке, выросшие из этой капельки. Ну вот какие-то водоросли, наверное, хлорелла, может быть. Это вот эти вот, вот такие вот. А вот это, может, даже вовсе и не хлорелла. Видите, какие-то ничатые. Надо бы их посмотреть в другом микроскопе под каплей воды. Вот бактериальные колонии здесь есть немножко. Смотрите, какие интересные. Иногда повстречаются. Вот это интересно, что бактерия, гриб, что-то еще. Вот такая россыпь. Вот смотрите, здесь что-то не выросло. Дырка. Вот это бактерии блестящие какие-то наросли. А вот тут какие-то круглые промежутки. Растет там что-нибудь или нет? По какой причине вот эта розовенькая штучка не обросла вокруг? Россыпи бактерий, хлореллы, какие-то водоросли интересные растут. Есть над чем поколдовать? Приходите к нам в объединение по интересам основы биотехнологии и поколдуем вместе.